Иди сюда! Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить брутальный Devil May Cry. На очереди у нас 9-я миссия. Дьявол изнутри, Devil Inside. Надеюсь, на этот раз мы все-таки доберемся. Да, нужного нам босса, и прикончим его, как он меня достал. Hundreds of years. Are you sure you know your way around? Like the back of my hand. Whoa! Are you nuts? I forget. You and I see things differently. Seeing things differently can open new paths. What do you mean? You only see evil in me because I am a demon. Try opening your mind. It's all a matter of perspective. As I said, I see things differently. Ха, ничего себе. I have something to show you. Неплохо старикан нам тут все мостик запилил. Вот бы остальные так же сделал. Быстро и четко. Здесь у нас что-то внутри находится. Какой-то секретик, наверное. А может и просто немножечко паучков и личиночек, которые нам так важны, так необходимы. И подвергаю сомнению власть Мундуса. Ух, дорубили мы. Хорошо коса рубит. Очень нравится мне, конечно, как коса рубит, но, да, редко ее приходится использовать. А, нет, нам сюда и надо было. Это значит, в другой стороне был секретик. Ну почему у вас не стоит значка, где секретик? An ancient one. Nephilim, like you. I didn't know there were others. The Nephilim were the third race. Sadly, they were hunted down and slain. Why? They wielded the power of both angels and demons. But unlike them, the Nephilim could easily cross worlds. They were formidable. Which made them a threat. Like me. And like you. They held great potential. What a waste. You want to reach your full potential? Perhaps Asiel holds the key. А, ну что, нам надо добраться до этого бывшего Нефилима. Так, посмотрим, что у нас здесь вокруг. Да ничего особенного. Оп, точно приземлились. Ну да, здесь же все рассчитано. Здесь все примерно рассчитано. Хотя нет, кое-где мне приходится парить. Кое-где наоборот не стоит парить. А вот здесь стоит. Да. Асиель. Какой здоровый, красивый, у нее крылья. У нее красотка. Ведьма! Нет, это не Асиель. Fucking demon. Another fucking demon. И как же нам ее убить? Так, стоп. Ох, ничего себе! Да, ее можно убить только синим против синего. А дальше уже можно вот так вот делать ей. Жестко. Ну иди сюда. Готово. Ага, у нас есть ключик, а это что значит? Это значит, нам опять придется совершать эти мерзкие прыжки. Нет, нет, нет,
Извините меня. Данте не хочет зацепиться за этот... за этот крючок, поэтому мы падаем в бездну. Молодец, Данте. Молодец, ты так не любишь зацепляться за крючки. Давай, долетели. Опа! Гача! О, кажется, мы узнаем кое-что из его воспоминаний. А, так вот кого мы, наверное, освобождаем. Может, Нефилима? Даже не знаю. Но мы явно сейчас что-то узнаем, какую-то новую способность получим. Как мне кажется. Потому что каждый раз, как мы сюда приходим, нам дают какие-то новые способности. All right. Let's see what happens. Да, поглядим, узнаем. Так, куда нам? Туда, паучков немножечко. Полезные паучки. И так просто нам дали добраться, удивительно. Видимо, решили не тянуть кота за хвост. И просто дали добраться до цепи, а это все так, для проформы. Кого же мы освободили? Освободим кого-нибудь злого. Вот будет супер. А может, это Спарта? Было бы клево. Данте, you are here because I wasn't able to protect you. For that I am truly sorry. Your father fell in love with me. A love that transgressed rigid ancient boundaries. We chose our path in the face of certain annihilation. We never regretted our choices, but we never gave you yours, my dear son. Now, finally, you will have that choice. You will have a great power. A power that will allow you to forge your own path. That, my son, is freedom. Be brave, my son. I love you. Разблокировал новую способность. Адский курок. Да, курок. Devil Trigger. По-английски он звучит. Но наш перевели как адский курок. C+Z. Боже мой, C+Z. Вы не могли ничего получше придумать. Там тап нажал, и все, адский курок готов. Не понимаю, кошмар, земля и воздух. Включение-отключение адского курка. Проявление истинной силы Данте, высвобожденный адский курок, извергает мир в пучину хаоса, тем самым зашвыривая окружающих Данте врагов в воздух. Ничего себе. Да, как я и говорил, новая способность. Адский курок. Атакуя врагов, Данте пополняет счетчик адского курка. Адский курок. После того, как уровень на счетчике превысит максимальный, Данте может активировать адский курок. Ну, C+Z, чтобы высвободить. Ууу, бэби. А, это сейчас у нас волосы белыми станут, а плащ красный. А все черно-белое. Да. Ух. Let's rock, baby. При активации уровень адского курка снижается. Уровень здоровья Данте пополняется. Также повышается наносимый урон и уровень брони. Бонусные очки стиля предоставляются за бои в воздухе с активированным адским курком. Воу, неплохо. Коса, подрубаем. Ну, в общем-то, я вам скажу, недолго он длится. Ой!
Да, я выбрался из бездны. Вот это жесть. Не порубишь ты меня, мразь. Да. Но, короче, какая фишка? В том, что у нас ХП пополняется при этом. Вот это плюс, да. Безусловно. Еще один способ пополнить ХП. Данте! Классный дедок все время замучивает нам классные темы. Хоть и демон, но зато очень сильно нам помогает. О, у нас адский курок по максимуму. Адский курок. Кто придумал это слово? Ну да, вот и самое время применить. Хотя C плюс Z можно и нажать. Давай. Куда ты меня собираешься, мразь такая, запилить? Эх ты, гад, как ты меня достал уже, сволочуга. Иди сюда. На-на-на-на-на-на-на-на, сволочуга. А теперь кулачком тебя... И немножечко брутального удара вверх. Все, готово. Нет, не совсем готово. Ну, почти. Блин, ведьма. Ух ты, я отразил в нее, что ли? Слушайте, вы видели? Она дает щит этим маленьким свиньям. Воу, видали? Можно меч отражать в нее обратно. На-на-на-на-на. Мразина. На тебе, свинья. Иди сюда. Блин, это, конечно, очень жестко. Полетай, свинюка. Не смей даже пытаться меня ударить. Куда ты там собираешься? Анархия, детка. Класс. Блин, шикарно, что ведьме можно отразить обратно ее вот эту ничужную меч, который она зашвыривает в нас. Так, ХП у нас по полной. Там еще у нас даже целая личинка есть. Зеленый. Ключ! Блин, как туда добраться? Я хочу добраться до ключа. Как же мне туда добраться, а? Старик, замути мне какую-нибудь тему, чтобы я смог туда добраться, а? Я хочу туда добраться. F для... А, у нас здесь статуя есть. Ну, посмотрим. Чуть-чуть не хватило. Вы посмотрите до этого. До крестика. Ну, о, нет, мы не так далеко летаем, чтобы добраться до этой штуки так просто. Может быть, как раз с помощью этой штукенции? Нет, это дальше уже идти по уровню. Как же нам этот ключ достать, а? Как же нам его достать-то, а? Здесь не перерубишь, там не переделаешь. Должен быть какой-то способ. Может быть, да, наверное. Наверное, ключ можно достать, только разрубив вот те священную вот ту фигню. Но я, честно, не знаю, как мне это сделать без... Полет у меня недалеко совсем. Совсем недалекий полет у меня. Вот. В принципе, он даже... Он не успеет. Он даже не успеет долететь. Кстати, там звезда лежит. Там какая-то фиолетовая звезда у нас лежит. То есть я немножко-то подрубаю, если я сейчас полчаса буду, конечно, рубить, может у меня и получится. Но... О! Я гений. Просто гений, упал вниз. Так, ну, у нас там зеленая личинка как раз была, в общем, видимо, она для этого и припасена. Для моей глупости. Давай. Нет, не хочет попадать. Давай, долетай.
О, все, наконец-то. Ну, ладно. Что поделаешь, я вам скажу. Раз такая у нас судьба, значит... Блин, ну, хотел, конечно, купить, но придется, видимо, просто способности какие-то выучить. Я хочу все-таки добраться до креста. Что у нас есть? Неистовый полет. А, ну, неплохо, да, в воздухе комбо плюс отлетает. Множество ударов комбо позволяет жонглировать летающими врагами. А это у нас что? А, это с паузой. Ну, с паузой мне не нравится. Давайте простое комбо, конечно, усилим. Куда же без простого... Куда же без простого комбо мы вообще можем пойти? Арбитр. Да не нравится мне арбитр. Вот Азирис. Азирис классная тема, но... Опять же... Штуки с паузами мне не очень нравятся. Грабли я выучу. Хорошая вещь. Так, и разрушение. Удерживайте затем. Ну, неплохо, можно выучить. О, вот это можно сделать. Но это будет сложно, честно, сделать. Потому что... Во, вот это вот да. Вот это я выучу. Пищу. Пища. Все, выучили. Жалко, не хватает мне немножечко совсем... Чуть-чуточки у нас очков не хватает. О, паучки. Может, вы как раз... Нет, пауки дают какую-то ерунду совершенно. А, мы и назад не можем пройти в любом случае. Так что беспокоиться и горевать нам не о чем. Оп, долетели. Так, ну чё, сейчас какая-нибудь ведьма выскочит. По-любому. А может и не выскочит. Там душа. Как нам туда попасть? О! Ах ты, зараза, Данте! Как же ты так делаешь-то, а? Чуть-чуть такой подзапрыгнул, а потом... Видимо, нас здесь специально скидывает, чтобы мы не могли забраться туда. Ну и хрен с тобой, глупая душонка. Блин, совет для продвинутых игроков. Павшая гарпия. Крылья гарпии можно уничтожить с помощью огнестрельного оружия. Класс. Мразь, падай. Все, лети вниз. Гарпии убивают очень просто. Давай, руби ее. На тебе! Мой кулачок! Отведай-ка, мразь! Только не упасть! У-у-у! Давай, дорубай тебя! Иди сюда, сволочуга! Анархия, детка! Так ты сволочь! Свой щит мерзостный! Давай, руби, руби. Пролетаем. Сволочь, давай, давай, врубайся. На тебе. На, на. Иди сюда. Готов. Полетел вниз. И еще одна гарпия, кажется, хочет лишиться своих мягких крылышек. Это что сейчас было? Это, похоже, ведьма сделала. Ах ты мразь. Я совсем забыл, что здесь... Вот шипы проклятые. Ты меня достала, ведьмуха. О, кажись, кто-то упал вниз. На, на тебе. У-у-у! Давай, сдохни. Эй! Блин, а я думал обрубить тебе крылышки и все. Да как же ты в меня все время попадаешь, а? Давай, падай вниз. И теперь ко мне. Вверх. Комбо. И вниз. Нормал. Все, очков мы, в принципе, накопили много. 2300. У нас за каждый замес столько дают. О, хпшечка нам. Прямо в кармашек. Че не взрывается? А, вот, все.
Долбанные личинки. Хотя зеленые личинки — это хорошо. Это всегда хорошо. Что у нас? У, золотой ключ. Еще одна дверь. И еще одна побоболе. Я чувствую золотое испытание. Нам бы... У, золото бытие. Продержитесь, пока не выйдет время. Каждый убитый враг восстанавливает часть здоровья. Ё-моё. Интересно, мне... Мне интересно, почему у меня хп тратится? Кто-нибудь мне сейчас объяснит? А, я понял. Я понял, что нам нужно продержаться. Почему нам нужно продержаться? Потому что у нас хп тратится со временем. Давай, и тебя тоже. Ну, здесь комбаревичи напевать не нужно. Поэтому, в принципе, а чё, прикольно. Вот все бы задания такие были. И вниз тебя, и наверх, и вниз. Мне нравится. Рубить тебя своими кулаками. Ой-ой-ой. Это же, конечно, были простые, а вот это уже сложные, ребята. Но хп нам... ХП нам дали нормально, в принципе, за убийство этих уродов. Готов, урод. И немножечко секиры тебе. Подпрыгнуть. Ах ты гад, кто-то все-таки внизу готовился прямо. Ах ты сволочь, как ты меня отразил, мой удар, моего мега-кулачина. Подлетай уже. Вот гад. Надо убить маленького какого-нибудь. Ё-моё, сбил за пилой. Вот это уже жестко, слушайте. Последняя минута, я чувствую, будет у меня идти через радость сражений. Кулаки мои боли, кулаки мои смерти. Подрубить тебя. Давай, 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 давай. Только не допускать, чтобы они меня били. Потому что хп и так уходит просто, просто катастрофически. Еще и кто тут? Это кто такой? Это кто, блин, такой? Так, а мне что-то еще не давали таких мобов. Какие-то новые прямо. Ты гадость. Мразина, а? Еще и этот меня ударил. Надо срочно убить кого-нибудь. Срочно надо кого-нибудь убивать. Желательно это сделать быстро. Ой. А я думал, а в чем, собственно, сложность наша? В чем наша сложность-то, собственно? А сложность как раз у нас в том, что мы... Убили их всех! У нас хп тратится просто каждую секунду. Ох! И это, похоже, последний кусочек крестика. Мы его забираем. Да, найден новый фрагмент. Фрагмент креста адского курка. О, это фрагмент адского курка. Собери 4 фрагмента креста адского курка, чтобы собрать целый крест. Ну, блин, это уже жестко. Вы прямо меня с себя выводите. Я думал, мне хп сейчас дадут, а... В итоге только фрагмент адского курка. Ну ладно, блин, жестко, конечно, было. Особенно, когда нам новых мобов дали, которых я еще помине-то. Цепляйся, мразь. Не хочет опять цепляться. Знаешь, Данте, я тебе скажу одну вещь. У нас хп не так уж и много. Но ты, зараза, не хочешь порой цепляться. That was wild. Come here. What is it? You found your inner devil, all right. But you have yet to discover your full potential. Mainly, I just want to kill the demon king named Mundus. And if you do kill Mundus, who would take his place? Да, поставили нас перед интересными-интересными мыслями. А кто станет во главе, если мы убьем Мундуса?
мы станем во главе или кто? Очки стиля S, время S, завершение у нас 50% B. Мы душу как раз ту не взяли. Короткий очень уровень. Общий рейтинг у нас S. Ну что же, надеюсь, вам понравилось. И я все-таки надеюсь, что в следующем, уже в следующем бою мы встретим босса. Да, боссы здесь встречаются нечасто. Мы за всю игру, за 9 уровней, убили пока только двух первой миссии. И вот в шестой. Ну, я думаю, в 10-й будет еще один босс, потом где-нибудь в 15-й еще один, и последний будет, наверное, в самом конце. Ну что же, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, советуйте друзьям, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка под видео. Всем спасибо, с вами был Гидеон, и до следующей миссии.